состоялся аттракцион неслыханного развода. Я купил за 2000 рублей первый альбом группы «Ноль». Оригинал. 1989 год. Ленинградская студия грамзаписи. И мы сейчас послушаем песню под названием «Легкая эротика». Я что-то не помню такой. Все, там шоу уже пошло. А ты думал, шоу, что ли, шутим? Давайте, из-под ружья щелкнем. Попробуй. Не зашиби, главное. Итак. Здравствуйте. Нет, нет. Ладно, сейчас. Сейчас мы волшебство услышим, да? Ну. Пойду послушаю. Покажу, где нахуй. О! Начинается родина, с опушек горя
Это слишком драматично, лично и вообще нельзя так, это можно сердце лишить. Сразу хочется танцевать. Давайте какую-нибудь фигню поставим. Хватит, ерунды. Ну, то есть, слишком забавно. Итак, друзья, альбом группы Mr. Twister. Оригинал 1991 года, запись 90-го года. Квадрат Пресс. Изготовлена в SP Aprilivka Sound Incorporated. Тираж 5000 экземпляров. Это рокобилли. Форменный, что? Атас. Каждый раз подсказывает. Что за люди? Итак, какую песню мы послушаем? Фугас или вообще блюз? Может, блюз? Вообще блюз. Окей. Какие вы опасливые. Думаете, разорвет нас фугасом? Может быть. Это еще и концерт, ё-моё. Давай. Вчера сказал, что как я не должен. Ты вчера сказал, что как я не должен. Не помню, что в подъезде со мной и видел кранки машины. Ты вчера сказал, что очень похож на нахала в ложеной куртке. Сказал, что очень корявый микстер, но как жилка звучится, да? Прям есть вайб сразу такой. Шин свои все в задатах, я не разработал. Ты мне вчера сказал, что видишь, ты замуж за генерала. Ну давай! Ты мне вчера сказала, что видишь, ты замуж за генерала. Ну давай, хоть заплатишь, правда же должен люди. Будешь ходить ты странно, как он учится на него в подкондом. Ну и в продолжение темы, сегодня на выставку приходил не кто-нибудь, а сам Евгений, забыл его по отчеству, Хафтан. У него тут продаются ленты и пластинки. Ажна подписал мне последний релиз. Это, если вы вдруг не видели, самый первый альбом группы Браво, еще его демозапись до того, как они сделали первый альбом группы Браво, которого такая обложка, нарисованная с, как их чертей называют, в стиле советского авангарда. А это типа их демозапись, которую они сделали еще до того сами. И там, конечно, совсем разные песни. Есть их моя любимая песня «Рыбка пиранья». Попробую ее поставить.
Какой-то 84-й год вообще еще до того, как про Браво кто бы ты ни был узнал что-нибудь. Раз, два, три, четыре, пять. Интересно, хорошо ли попадет микролифт в нужную нам дорожку? Смотри, попал. Самый лучший, на самом деле, период группы Браво, когда они играли не рок-н-ролл, не только рок-н-ролл, но и новую волну. Слушай, живенько играет, кстати.
Советский диск. Гимнасты? Гимнастки. Да, гимнастки. Хрен, гимнасток не выписали. Мужики, есть серьезные состоятельные мужчины здесь? Давайте, выпишите нам гимнасток. Продукция называется песня. А, интродукция. Ладно. Мне кажется, надо... Ну, слушай, надо все замиксовано. Сейчас же они там будут говорить. Ноги на ширину плеч. Что-нибудь такое. Наверняка же, что-то должно быть в этом жанре.